Кубок Дальнего Востока по тэквондо впервые приняла Камчатка. Турнир прошел в спортивном зале единоборств «Кречет» в Елизаве и объединил сильнейших спортсменов полуострова и других российских регионов на одной площадке. Всего на кубке выступило более 440 участников. Эти соревнования, они очень значимы как для Союза тэквондо России, а также значимы для каждого спортсмена, который здесь присутствует. И очень такие важные соревнования для Дальнего Востока, для развития именно популяризации тэквондо на Дальнем Востоке. Здесь участвуют сильнейшие спортсмены всего Дальнего Востока. Организаторами турнира выступили Камчатский союз тэквондо и Минспорта региона. В соревнованиях приняли участие 444 спортсмена из 6 регионов страны – Сахалинской области и Камчатского края, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и из города Москва. Турнир проходил в 4 возрастных категориях. В нем приняли участие дети от 12 лет и старше. Команда Камчатки по итогам состязаний завоевала 15 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую награду. Отметим, тэквондо на полуострове, как и в других регионах России, начало развиваться в 90-х годах прошлого века. С тех пор этот вид единоборств завоевал популярность благодаря своей динамичности и философии самозащиты. Спортсмены с Камчатки участвуют в различных турнирах как регионального, так и всероссийского уровня. Это дает возможность выявлять талантливых бойцов и привлечь внимание к этому виду спорта. Также тэквондо активно пропагандируется среди молодежи, что помогает формировать у подрастающего поколения здоровый образ жизни.